С праздником, ребята, давайте поздравьте горожан с праздником тоже. Мы всех просим, чтобы и пожелайте. На ютубе будете себя смотреть. Поздравьте, пожелайте что-нибудь. Ну, мы желаем нашему родному городу счастья, благополучия, всего самого лучшего, ну, горожанам быть. Ну, отлично, спасибо вам огромное. Я вам тоже желаю, чтобы вы точно так же улыбались, как сейчас улыбаетесь, завтра утром улыбались, чтобы, не дай бог, не продали ребенку пиво. Штраф знаете какой, да? Конечно. Ну, слава богу, все знают, сколько? 6800 гривен. Да, смотрите, ребята, не балуйтесь, чтобы, не дай бог, на вашей точке... Не первый день, может, молодцы, да? Спасибо, с праздником. Да, Союз!
Лучший союз художников. Привет, Дуда. Да, привет, привет. Рады вас. Да, взаимно. Спасибо большое. Ну, людей много будет, поэтому будьте тут на месте. Самое лучшее пожелание. Приглашаем, спасибо. Спасибо. Да, привет, товарищи. Творчество ветеранов и детей наших. Ветеранов, спасибо большое. Это лучших социальных центров касается защиты нашего населения. Поэтому спасибо. Да. У нас вообще хорошая сама система в городе. Ну вот центральный сегодня. Спасибо большое. Спасибо. Да, конечно. Спасибо вам большое. Так, Татьяна, что вы там?